Я приветствую всех самым, что ни на есть, колюще-режущим образом. А сегодня хотелось бы продемонстрировать еще одну трость нашей работы. Это лев. Также эта трость относится к разновидности викторианских тростей. Продолжая разговоры о освоении земного шара и, скажем так, получении положительных эмоций различными высокопарными такими способами, которые были приличествующие джентльмену, тогда родилось такое развлечение, как сафари. Дело в том, что охота в Европе это исключительно была всегда, вот, с темных веков и до настоящего времени, уделом исключительно высшего своего общества, высшего правящего класса. И тогда же формируется такое понятие, как сафари, то есть куда входит, ну и сейчас это действует, большая африканская пятерка. Это слон, носорог, буйвол, лев и леопард. И, как правило, то есть джентльмены, посетившие Черный континент и охотившиеся на льва, потому что это, сами понимаете, это царь зверей, то есть они заказывали себе вот такие девайсы, чтобы поддержать разговор в светском салоне, на каком-то светском рауте, блеснуть своей доблестью и отвагой, ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Плюсом это вполне функциональная вещь, которая позволяет опираться на нее. То есть, да, она больше показатель статуса, но тем не менее эргономика в ней тоже присутствует. Хотя это изделие относится к разряду так называемых перчаточных тростей. То есть, джентльмен, то есть, выходя на прогулку, то есть он надевал перчатки, то есть, ну и, естественно, то есть демонстрировал свое высокое положение, высокий статус в обществе. Сейчас это вполне доступно любому человеку, то есть даже без охоты на льва, но вот такое вот отношение к истории, то есть это всегда здорово, всегда классно и всегда рулит. Также у нее клинок, спрятанный в теле трости. Но баланс вот у этого клинка совершенно фантастический. Голова тяжелая, и центр тяжести у него расположен практически в рукояти. То есть надо понимать, это трость максимальной, то есть клинок максимальной управляемости. То есть он примерно как лазерный джедайский меч рулится. То есть это приятная такая особенность этой трости получилась. Подгонка, в общем, мягенькая, поэтому вот так. Спасибо за то, что вы с нами.